Мэр Бельц Николай Григоришин возмущен тем, что тротуарную плитку вдоль улицы Штефана Челмари расковыряли, чтобы установить там временные дорожные знаки, но, как положено, снова ее не уложили. На совещании коммунальных служб градоначальник показал фотографии, на которых запечатлено, как неприглядно сейчас выглядит пешеходная зона. Вот фотографии, это установка, это плитка по Штефану Челмари. Вот. Знаете, что это за разрытие? Нет. Это те места, где были установлены дорожные знаки. Временные дорожные знаки. Но временные дорожные знаки сняли, а плитку не положили на место. Вот я вам передаю эти фотографии. Установить плитку на место совершенно верно. Почему должны люди... Наши жители, люди идти, спотыкаться, идут девушки молодые, мамы с колясками, идут и каблуками попадают в этот вот разрытие, ломают каблуки себе. Что тут, экономический агент не видит, что он вытащил знак временный, что надо на место поставить плитку? Не просто ее положить, а надо установить, как положено. Вы поняли замечание? Вот это замечание обязательно передайте и пропишите лучше это на бумаге, чтобы потом не получились какие-то у нас нюансы. Вячеслав Зинковский, начальник управления коммунального хозяйства, отметил, что в районе магазина «Фидеско» вообще нужно уложить новую тротуарную плитку, так как старая пришла в негодность из-за водителей, которые заезжали на автомобилях прямо на тротуар. Может быть, и не прямая вина подрядчика, но из-за того, что эти сроки производства работ так долго растянулись, водители начали движение по тротуару. Да, есть и фотографии в интернете, как это все происходит. После этого движения на том перекате тротуарной плитки, где у магазина «Фидеско», вот тот изгиб тротуарной плитки разрушен именно при движении таких хулиганов. Ловить хулиганов это нереально, но восстановить эту тротуарную плитку при завершении все равно придется. И все это я расцениваю как издержки производства, а они ложатся на производителя работы. И дальше, там, где экономическая полиция, поворот, там сняли бордюр трехметровый. Вы разберитесь, пожалуйста, куда сняли экономический этот агент, этот бордюр, и для чего он был снят вообще. И чтобы его обратно установили. Потому что мы понимаем, мы одно делаем, а другое что, ломать будем? Ремонтные работы на отрезке улицы Штефана Челмари уже завершены. Частный подрядчик дает 5 лет гарантии на отремонтированный участок.